9 ноября, у нас минус 8, солнечно, ясная погода. Мы не выдержали и пошли в лес. Хорошие, смотри, нормальные, зимние. Когда надо, кулек мне сверху сюда. Где-то я толкала. Тот же самый-то? Вот он. Подержи, я закрою тебе. Может, мы там столько наберем зимних. А потом подумаем, как выйти. Так, ладно. Так, решили вот по этой дороге лесной идти. Тут, конечно, бурелом и все такое. Но тут в сто раз интереснее, чем в сосновом бору. В сосновом бору ты идешь и все. А тут много чего интересного попадается. Там обойдем. Давай справа обойдем. Упала на дорогу. Так. Там он уже светло. Это мы, значит, выйдем насквозь. На ту сторону. Другой лес. Это лес опятный. Но мы нынче без опят остались. Он падает. Дерево тоже. Смотрите, тропа, животные ходят здесь. Интересно здесь, снежок прошел, видны тропы, жизнь в лесу видна. Выйдем, вообще будет весело. Тут нету зимних грибов, потому что мы идем пока по ельнику. О, какая огромная. Тоже скоро, наверное, свалится. Тут все падает, все рушится. Вот упала какая тоже. Выворотень. Так, а вот она дорога. И прямо мы на нее и вышли. Вот. Ой, там как красиво. Все в снегу. Как же еще не идти сюда? Она не хотела. А я ее уговорила. Все под ногами застывшее, поэтому хрустит. О, куда мы вышли, красоту в такую. Ого-го. Видите? Смотрите, какой переход. Здесь как будто кажется, что лето, солнце, да? Сюда переворачиваемся. А здесь зимнее сонное царство. Классно, да? Мы идем по этим штукам. О, красотища. Мама там где-то выруливает. Елочки, покрытые снежком. Иду, короче, обратно. Мама там что-то делает. Собирает что-то. Ты что, грибы, что ли, собираешь? А что ты меня не позвала? А я думаю, ты далеко, мне показалось. Нет, я стою. Что, у тебя зимние? Зимние. О, офигеть. Слушай, так зимние есть, значит, все. Просто мы там шли с тобой по елкам, а сейчас мы вышли к этим. Такие красивые вообще. Обалденные. Я видела, что ты там, и вдруг. Нет, я даже вздрогнула, думаю. А я же стою тут просто и жду тебя. Смотри, какая поляна классная. Ага. А ты не хотела еще идти сюда. Уж мы с тобой раз поехали, так давай нормально походим. Да. А то когда мы еще с тобой соберемся? Погода все время нелетная. Уж раз приехали, так пройдемся. Блин, так красиво. Так мне нравится. О, дышится вообще обалденно. Ага. Сапоги-то хорошо мы купили. Вообще нормально. Вот. Кто не знает, в чем ходить в лес, вот такие сапоги можно купить. Они теплые, вот сегодня минус 8, а в них вообще тепло. А я с тонкими носками. Шиповник, вон, смотрите. Ой, я иду прям, мне даже жалко этот снег вот этот топтать. Вот эти штуки.
Ой, шиповник. Вот мы сейчас чай-то варили. Надо было. Из шиповника. А тут, смотрите, можно на коньках кататься прям. Все, это море застыло. Ну-ка. О, так слушай, там до конца лед-то. Вот еще море покажу одно. Не знаю, как пройти, обойти. Эта камера, она мелко все показывает, но вы это все представляете в 2-3 раза крупнее. Вот. Море огромное. Тут по шею будет глубина. Ну, не по шею, но по пояс точно. И там он, не пойду туда. Еще одно длинное-длинное море. И вот представьте, выпадет снег. Вы пойдете зимой по лесу и провалитесь туда. Поэтому зимой, я не знаю, вот я по телеку смотрю в интернете, люди зимой ходят в это, без лыж. У нас только ты вот так вот будешь барахтаться. У нас без лыж нечего делать. Мы, наверное, последний раз сегодня без лыж в лесу. Какое? 9 ноября. Удивительно, что мы еще в лесу. Хотя бывало, что в это время мы грибы собираем. Красные, белые. Нынче не грибное лето у нас. Ой, костром от меня пахнет. Смотрите, в этих осинах начали расти маленькие елочки, пихты хорошенькие. Детский сад такой. Да, не было мы тут, когда собирали красные-то давно. Вот видите, маленькие под ногами. Давай я сейчас тут галопом пройду, а ты иди краем, вообще не заходи. Смотрите, вот недавно упали две штуки. Вообще буквально на этих днях. Это полетело, с собой уронило вот эту. Здесь раньше же ходили, мы вот так прям шли. Вон что какая. И где я сейчас должна это обходить все? Мне вообще неохота это обходить. Там мелкие эти, я не люблю по ним. Ладно, придется там идти. Вот. Смотрите, лось шел. Копыта. Ой. Вот. Застывший, хороший след. Глубокий. А вот они и зимние хорошие. Хорошие зимние. Смотрите, какие прекрасные. В моем любимом качестве. Застыли? Упал кусочек. Да. Ножик-то у меня нету. Ножом-то лучше, да? Конечно. Так-то что? Все ногти сдерешь. Ну вот, нам надо было сразу сюда идти. Я говорю, в Кульбячнике есть зимние. Ох, как застыли. На большой мне купить кинжал. Застыли, а? Мощно застыли. Смотрите, какое странное явление. Мы это много штук видели, сейчас эту снимем. Я думала, это грибы растут, а это лед. Лед как будто бы вырос, сталагмиты или сталактиты. Офигеть. Смотрите, их весь лес огромный, огромное количество. Вот. Вот они, видите? Ледяные штуки такие. Сейчас еще покажу, их полно. Я думала, сейчас это грибы какие-то растут. Вот опять такая штука. Сосульки, которые вверх растут. И весь лес в них. Вот еще, смотрите, такая. Цветок из льда. Вот опять такая штука. А на самом деле это лед. И вон, все вот в них. А это вон большой букетик. Видите? Цветок целый. А я сначала думала, что это грибы. Смотрите, юг, север. Так, еще зимние, такие хорошие. Сейчас сама сделаю. Да? Это не будет рваться, но... Будут? О, как хорошо. Ой, какие хорошие, смотрите.
Ну ладно, эту я так кусками. Уже кулечек пополняется, да? Очередное море присыпано снежком. Вот представь потом. И вот еще немножко зимних. Но это уже, конечно, переросли, вон они все скукожились. Я просто говорю, что если бы мы пришли сюда, а эти вот хорошие зимние. Вот. О, а внизу-то как много, я не видела. Вот смотрите, здесь, внизу, вон и вон еще куча. А я увидела, это маленький сверху. Такое огромное дерево нашли. Мама уже рвет и рвет. Один упал. Уже вон сколько ледышек. Эти ледышки. Тоже помогу. О! Сколько ледышек. Эти. О! О, хорошие какие! Только то, что застыли, а так. Но они не теряют свои свойства. Ой, один упал, подними. Сейчас подниму. Я так держу лучше. Ладно, сейчас я. Так. Ножки так и так мы никогда не берем их. Все? Еще где-то. Сразу такую хорошую плантацию нашли. Но много попадается переросших уже черных, которые я не снимаю. Мы не ходили в этот лес, наверное, месяц или 3 недели, то точно. Сегодня тепло, вообще хорошо, мне вот ни ноги не мерзнут, ветра потому что нету. О. Следующий уже наш выход будет, наверное, на лыжах. Наверное, уже снегом все покроет. Ходим в этих лиственных именно ради зимних грибов, ради фламулинки. Смотрите, я сказала, хоть бы еще 2 дерева было. И вот, мне попалось очень много. Огромное дерево, смотрите. Здесь, 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 здесь. Там, на той стороне, внизу, да, не показываю, дальше. Вот куча. Здесь. Офигеть, сейчас будем их собирать. Брала одно. Так, вот пока я кричала маму, она говорит, а у меня у самой тут целое дерево. И она вот тут верхушку все ободрала. Достать ножик? Или так будешь? Это коли обдеру, а коли встал. Ну ладно, ты дообдирывай. Еще смотрите, я пока шла. Вот здесь тоже они. Малость. Это, ну ничего. Короче, сейчас будем обрабатывать эти деревья. Вон, с этой стороны. С этой стороны все зимнее. Там вон то дерево дальнее. Так, ты там то дерево, да? Оно, знаешь что, вот под корой там много, слышишь? Под корой маленький. Ответ с сайта YouTube. Ой, господи. Че, у меня раньше голосами-то телефон не разговаривал? Слышала, да, он сказал что-то? Я офигела просто. Ответ с сайта YouTube. Так. О, я руками прям ковыряю. Будем вместе. Тебя обойду. Да, это те были, значит, не летние, а вот эти. Ну, в смысле, не осенние. Там-то мы видели. О. Сейчас они застывшие, а дома мы их в воду. Они растают. Вот, посмотри, они расти хотели, ага, под корой, под этой. Нет, ну давай эти. Не могу. Примерзли капитально. Ладно, я пойду вон те. Да, конечно, еще дерево целое. Тут-то легче будет. Тут. А, нет, не легче. И вон еще. Вот здесь вот. Так, вот эти я смогла. Отфигачить. Ой, руки замерзли. Смотрите, белочка прыгала. Вот ее ножки. Раз, два, тик и тик. И вон туда.
Иван, а я смотрю, думаю, это я что ли рукой наделала? Да нет, это не я, это белка тут прыгала. Давай последний бросок осталось. А, эти тоже берем? Да, это хорошие. Я просто не могла их отковырять. Ладно, ты давай их отковыривай, я пойду дальше. Искать новые месторождения. Новые месторождения пойду искать. Мама меня догонит и оберет их. Погоди, еще. Смотрите, сколько. Килограмма два будет. Смотрите, что делается у нас в лесу. Все, застыло море, вот это огромное море. И туда. А должны здесь были летом грибы расти. Вот все лето, что у нас было. Вот они, бедненькие, на палочке растут. А там лед, похоже, до конца. Ой-ой, ну-ка покажи, я тут на лед отвлеклась. О, классные. Да, сейчас. Да. Нож как бы не сломать. Сил не хватает. Не, хватит. Вот, на, нормальный. Ты его разрежешь, ага. Да. Ну, да разрезать сможешь. О, молодец. А я вот не смогу. О, какой мощный, офигеть. Таких там несколько, да, куча целая. По ножкам их хренач. Скажи. О, молодец, Ома. Молодец. Смотри, какие отличные. Ага. Ну, сейчас туда углубимся, там побольше да, должно быть. Я его не видела. Я лужу стала снимать эту. Кушай, лесного яблочка. У меня и батюшкины не едятся. ВР 54, КЦ 08. Еще цветы из льда. Сталагмиты, сталактиты. Их здесь опять много. Вот цветок такой. Сейчас самый пик. Солнышко. Хорошо так. Мы идем по краешку, по солнечному.